Наконец-то производители вышли из своей зимней спячки и начали радовать нас новыми девайсами. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Geekvape под названием Venox S. Девайс поставляется вот в такой вот минималистичной картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть логотип производителя и название самого устройства. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики, комплектация и скретч-код для проверки на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом увидим вот такой вот белый конверт, в котором разместились гарантийный талон и инструкция. Также справа от устройства находится еще одна небольшая коробка. В ней располагается кабель USB Type-C для зарядки устройства, дополнительный испаритель и самое приятное — небольшой ключик, благодаря которому будет очень просто доставать испарители из картриджей. В целом, перед нами самый первый девайс из линейки Venox под названием Stylus. Буква S в названии похожа именно на это и намекает. Производитель расширил цветовую линейку и добавил несколько цветов, самый необычный из которых — это бриллиант. Он очень прикольно играет бликами на свету. По форм-фактору это все тот же небольшой и гладкий цилиндрический девайс, всего с несколькими логотипами на корпусе и единственной кнопкой Fire, окруженной светодиодным кольцом. Кнопка Fire выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство при помощи пятикратного нажатия на нее. При помощи троекратного нажатия на нее меняется один из трех режимов парения. Но девайс работает и от затяжки. Внутри этого девайса располагается аккумулятор на 1100 мАч, и его смело хватит на целый день парения. Заряжается он при помощи порта USB Type-C, а от 0 до 100% он зарядится всего за 40 минут. Еще одним приятным бонусом стал дополнительный дрип-тип в комплекте с устройством. Он более высокий и узкий, и лучше оптимизирован для МТЛ-затяжки. Теперь пришло время поговорить про картридж. Его объем составляет 2 мл. Работает он на сменных испарителях, которые слегка прокачали. Есть на 0,6 Ом и на 1,2 Ом. А нагревательным элементом теперь служит сетка, что довольно положительно влияет на вкус данного девайса. А еще отдельно можно приобрести картридж объемом в 3 мл. Девайс довольно вкусный и классно передает никотин. И я рекомендую использовать на нем жидкости с содержанием глицерина не более 60, а то и 50%. Ребята из Geekvape действительно круто постарались и выпустили приятный девайс, который подойдет абсолютно любому пользователю. У него классный вкус, он хорошо передает никотин, и у него огромный аккумулятор, которого смело хватит на целый день парения. Ну и в руке он лежит круто и не вызывает никакого дискомфорта. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.